Дамы и господа, добро пожаловать на прохождение Assassin's Creed Odyssey. Приятного вам просмотра. Так, все, продолжаем. Не после смерти ее отца. Но, судя по письмам, один из претендентов на этот союз был убит. Одесса нанимала кого-то еще. Но все же надо трудно разузнать, сказать, есть ли в этом ее вина. Ну-ка, что ты скажешь, ты свое оправдание? Надеюсь, новостями. Ах ты, старый развратник! Давай сперва развлечемся немного. Я не уверена, что хочу этого. Ну да ладно, как можно такого красавца не хотеть? Иногда и мне так казалось, но этого мало. Давай сосредоточимся на деле. Ах ты, шкура, а. Ты нанимала других мистиев? О, для мелких поручений. Да, мелкие. Наемникам всегда можно найти применение. Так, чувствую, погорим мы здесь очень знатно. Тот, кто должен был жениться на тебе, убит. Я... Возможно, его убили те, кто охотится за мной. Так, вот не надо мне здесь, ла-ла-ла. Я знаю достаточно и могу сделать вывод. И какой же? Так, ну... Если мы... Ты не заслужила такого. Ты лишь хотела жить своей жизнью. Конечно. Все, путь к сексу. Я ни в чем не виновата. Если мой отец будет здоров, я смогу отправиться в путь. Сначала давай развлечемся немного. Мне нравятся твои маневры. Скажи, чем ты удивишь меня на этот раз? Это секрет. Я столько всего могу тебе показать. Давай. У-ля-ля! Вот это я понимаю, вот это правильный подход. Все верно. Да это все, блядь? Это было гораздо лучше, чем на словах. Серьезно, блядь? Видишь? Вот и все. Мы закончили все свои дела. Зачем же прощаться? Оставайся со мной. Блядь, я разочарован. Ты мне очень помог. А еще я не прочь уехать отсюда. Ясно. А как же твой отец? Ему гораздо лучше благодаря тебе. Бля, я так разочарован, честно. Я расскажу все, что ты выяснил, тем, кому доверяю. Его не тронут, побоятся огласки. Добро пожаловать в команду. Боже, блядь. Они нихуя не показали, блядь. Ну кто так делает, блядь? Бля, берите пример с Ведьмака, блядь. Пиздец. Так, у нас есть новый член команды. Так, у нас есть еще инфа по наемникам. И тут какие-то... Так, ну их всех я победил, кроме одного. Ну это все хуйня. Блять, не туда нажал. Сорян, парни. У нас есть новый шлем. Но это все фигня. Шлем — это хрень. У нас есть новое оружие. Так, ну наш топор намного лучше. Есть тяжелый лук. Вот это урон, вот это я понимаю. Но пока вот этот лук Одессы возьмем. Так, есть здесь что-то. Но здесь пока ничего интересного нету. Это все хрень. Так, в корабле что-то интересное. А. Назначить. Почему я не могу корабль... Парни, подскажите в комментариях, как корабль улучшать, я не знаю.
Так, и что у нас дальше по заданиям получается? А у нас есть какие-нибудь культисты, кстати? Этот, я помню, далеко. Эти, блядь, слишком большого уровня. Этот где у нас? Далеко, конечно. Хотя... Не, я не хочу туда. Слишком далеко. Так, корабль... Надо будет потом еще здесь fast travel открыть. Ебать, тут 34 уровень. Так, ладно, давайте вернемся к заданиям, отвлеклись от цели. Мне нужно еще 7 завалить, но пока мне рано этим заниматься. Покиньте Афины. Боже. Ну что ж, с управлением я никак не разберусь. Но у меня единственный путь здесь на корабль перемещаться. Капитан, курс в открытое море! Скорей! Возвращайся, как сможешь, капитан! Какое нахрен открытое море? Кстати, парень, у меня есть идея, да? Как улучшить корабль. Помните, в первой локации была верфь? Может, туда попробовать? Давай. Так, мне нужно на самом деле открыть fast travel. Все, к метке на карте скачем. Так, сейчас быстренько мы вот эту штуку убираем. И несемся дальше в путь. Надо синхронизироваться, там будет fast travel сделать. Чтоб у нас был рабочий fast travel. Блин, ну я расстроен этим сексом, блядь. Он не оправдал моих ожиданий. Прям совсем печально было. Просто ничего не показали. Нахрена они тогда возрастной рейтинг игры ставили 18+, я не понимаю. Так не должно быть, блядь. Так вот она, статуя Афины. Знаменитый Акрополь. Памятник человеческому мастерству. А что, нам не дадут Афину за жопку полапать? Что за дела?
Уля-ля, как красиво. Интересно, если я оттуда прыгну, я выживу или нет? Да, выживу. Блин, ну красиво, конечно, ничего не сказать. Красиво, ничего не сказать. Опа, чё? А чё это у нас тут такое, блядь? Да, блядь, ты заебал меня! Боже! Просто челик взял меня два раза, тыкнул, блядь, своим копьем. Помогли ему, блядь, а он еще тыкает своим копьем меня, блядь. Я отремонтировал эту дверь. Официально заявляю, я отремонтировал ее. Так, а как мне туда попасть-то? Так, я что-то делаю не так, ребят. Проходи давай. А, вот сюда. Стой. Надо было просто. Дальше тебе нельзя. Что не ты делаешь? Нечасто увидишь стражника у мастерской скульптора. Я выполняю приказы. И пока их не изменят, никто сюда не войдет. В сторону. У меня важное дело. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Дело в том, что мы с Фидием так давно не общались. Ты же понимаешь, о чем я? Последнее свидание перед судом. Ему считай конец, так что не стесняйтесь. О, спасибо. Только не говори никому обо мне. Вот это было просто дайсбайт. Ну что, возлюбленный? Ты готов? Давай поговорим. Извини, что напугал. Как ты справился со стражей? Ты первый, кто смог. Тише, я от Перикла. Хвала Афине. Я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Надо вывести тебя из города. Он знает о заговоре. Ты про суд? Похоже, у тебя не шанса. Народ меня любит. Ведь я Фидий, но есть и другие. Вот. Малака. Значит, Перикл спасает тебя не от суда. Это приказ убить тебя. Кто автор? Я не знаю, кому доверять. Я скульптор, я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать?
Сначала успокойся. Тебя ждет суд. Люди против тебя. Теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, успокойся. Да, конечно. Клеон сказал, ты растратил деньги. Будь его воля, тебя бы уже казнили. Давайте разузнаем побольше. Клеон говорил обо мне? Это навредит Периклу. Нечестивость, кража. А мы столько сделали для Афин. Вы с Периклом очень дружны. Наша с ним дружба началась с любви к Афинам, а трудности привели к величию. Это и есть дружба. Нам надо идти. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Ну погнали, чё? Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, да, конечно. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. Договорились. Я понял. Решил, что можно приходить и уходить, когда вздумается, а? Эй, где ты там? Сами решил, блядь, со мной давай. Чё, ты вообще в какую-то другую сторону унесло, блядь. Куда, блядь? Пожалуйста, блядь. Сосредоточься, блядь, на бою. Найс, спрыгнул парень. Все, просто давай их замаслали, блядь. И ничего нам за это не будет теперь. Это было, конечно, забавно. Но я до сих пор очень разочарован сексом с Одессой. У меня прям такое впечатление осталось неприятное. Так, а может он нам здесь пару культистов сейчас раскроет, кстати, было бы неплохо. Боже, что с текстурами? Объясните мне. Почему так все плохо? А, кстати, на этой верфи, может быть, мы что-то сможем улучшить, нет? Тоже похоже на знатную верфь. Я думаю, здесь мы тоже должны смочь заапгрейдить наш корабль. Очень на это надеюсь. Блять, сказали ж, не показывай лица, ты чё, идиот? Ты я идиот, блять. Я обещал увести тебя из Афин. Это правда. Жесть. Твой друг надежен? Мы с Феросом давние друзья. Я написал ему, где нас встретить. Не будем нам пора, тратить время. Плывем на Серифос, пока можем.
Так, а можно мне на секундочку? Корабль. Всем занять свои места! Рад, что ты с нами, капитан! Причалим! Просто Посейдон поможет нам. Живей! Так, ну тут у нас один путь. Нам точно туда нужно, капитан! Да, я разделяю твою уверенность. Офигеть, здесь столько верфей. Не думал, что покинул открытое море, капитан. И я не раз покидал дом. Пирадон, что это за остров впереди? Это, друг мой, знаменитый остров Саламин. Место, где Афини не разгромили перст, надеюсь, вдали от Афин. Блять, почему они нас атакуют? Я не понимаю. Да просто съебываемся от них нахер. Реально, мне эти морские бои нахрен не нужны. Здесь нам ничего не грозит. Я не понимаю, почему они на меня агрятся. Опа, че, игра. Игра. В воде что-то есть. Можем поднять на борт. Какие-то появились лютые подлаги, на самом деле. После патча первого. Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустых бесед. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода – верное слово. Хотя меня уже слегка мутит. Берегни за борт, если не обеспечен. Не то придется убирать. Так, ну мы почти на месте. Твой желудок тоже бунтует. Ничего, привык. Скоро будем на сервисе. Главное тех не загреть. Готов к тебе, Аслан! Свернуть паруса! Да поможет нам Посейдон пришвартоваться. И на катсценах подлаги появились лютые вообще. Печально все. Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, да, благородный воитель, о котором ты мне писал. Не будь мне это спасение выгодно, он был бы уже мертв. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Да, еще как поможет. Попрощайся за меня с Периклом и будь осторожен. В Афинах сейчас небезопасно. О, лукатики. Найс. О, неплохо так экспы присыпало. Так, что у нас там по культистам? Ну-ка, кто ты у нас? Клянусь своей жизнью и жизнями тех, кого я убью, что больше не подведу космос. А, это не тот ли пидорасик, которого мы тогда прижгли? Да, лук 15 уровня, пока не можем. Задание.
Так, Перикл сообщил, что его соратник по имени Метеох не явился на встречу, чтобы попасть на симпозии. Боже, ну блин, он слишком большого уровня задания. Мне не нравится, что приходится сайд-квесты делать. А где этот уродец, которого нам надо грохнуть? Короче, выдвинемся. Боже, не хочу туда метку, я хочу туда переместиться. И потом тэпнемся, попробуем корабль улучшить. Так, потом можно еще это. Карта, карта, карта. Так. Нам нужно переплыть туда. Я надеюсь, нас там никакая акула не сожрет, пока мы будем плыть. Ну не хочу я на дерево, братик, давай, беги. Или может попробовать... Не. Не будем отвлекаться. Надо того педика грохнуть. Все, просто поплыли. Так, ну давайте посмотрим. Блин, они тоже все высокого уровня. И их немало. А мы сейчас зайдем с этой стороны. Да, зайдем с этой стороны, сейчас аккуратно. И всех выебем. Может, их с пули нам нормально за это присыпят. А то я по уровню очень страдаю. Будут искать. Нужно действовать осторожно. Так, короче, сейвимся. Сейчас попробуем прям аккуратно к нему подкрасться.
Блять. Не скинулся, чё. Я наблюдал за тобой. Ты не сможешь меня убить. Лучники, прячьтесь! В нас стреляют! В укрытие! Ты имбецил или как? Ебать, какая боль! Еще держишься? Впечатляет. Взять их! Я не вспомню! Блять, я всем промазал, чем можно было промазать, я промазал, блять. Сейчас, короче, будет попытка номер два скинуть его, блять. Надо, похоже, пинок тоже прокачивать будет в ближайшем времени. А, он уже загрелся. Здесь сразу. Опасно. Надеюсь, меня не заметят. Ну иди, встань на краешек, блядь. Ебать, бежать. Просто бежать, блядь. Нападение не увенчалось, блядь, успехом. Ладно, сейчас загрем их сюда. Давайте сюда, блядь. А почему они не карабкаются сюда? Здесь есть лучник. Найди укрытие. Найс, укрытие находишь, блядь. О, пошла, мразь, пошла. Назад, живо! Ты пожалеешь. Ну давай, агресь, 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 иди сюда. Вот он где. Наконец! Найс, катаете, парни, найс.
Так, следующая попытка, блядь. Нужно действовать осторожно. Бля, мне бы как-нибудь сюда заагрить и поскидывать. Это лучник! Назад! Надо уходить отсюда. Надо найти лучника. Здесь я есть лучник! Найди прыгай! Ну неужели ты меня не видишь, блядь? Назад, живо! Ну посмотри, сука, наверх, блядь. Вижу лучника! Вперед! Ну наконец-то, блядь, увидел. Не, не увидела, блядь. Странно. Здесь ведь кто-то был. Блядь, нужны стрелы. Ой, боже. Уйду, иначе подстрелят. Найс, уходишь. Здесь никого. Как странно. Ну боже, ну какие же вы тупые. Залезьте вы наверх, блядь. Живо! Надо уходить отсюда. Что? Кто оставил тут стрелу? Сука, ну какие же они тупые все-таки, а? Неужели, блядь? Малака! Давайте залезайте уже, блядь. Отдаю. Прощайся с головой. Нет. Стрелы. Ну нет, а почему вы не агритесь, педики, блядь? Боже, блять, вы сюда подняться не можете, а? Не бойся, мучиться не будешь. Я стреляю! Укрытие! Ну поднимитесь, пожалуйста, блять, сюда уже. Я, может, блядь, пол хп почти размотал, блядь, за то время, пока он. Ой, боже, блядь. Ух, ебать, на пол хп стрела залетела. Со мной.
Не, ну короче, ясно, мы сюда не по уровню пришли. Это явно прям. Бля, это пока не варик.